Сейчас по поручению Александра Викторовича сделано три территории. Это Увадский район, Ялуторовский район и Ярковский район. Каждый из них обретает свою смысловую ценность, которую, во-первых, жители понимают для себя, и второе, это очень понятный посыл для жителей всего региона. Это понятно, мы начинаем друг друга лучше понимать. Кроме названия города, мы начинаем понимать смысл. И поэтому, конечно, это укрепляет и людей на земле, это, мы надеемся, и останавливает отток молодежи, потому что они начинают понимать какие-то смыслы более глубинные своей территории. И, конечно, это привлекает инвесторов, когда они видят, что, все заряжены. Вот это вот заряженное, оно всегда воодушевляет, и никто не остается равнодушным. Поэтому зарядить муниципалитеты по-новому через брендинг – это такая большая задача.